В истории человечества произошло много войн на религиозной почве. Но в нашем опыте вода отреагировала на отдельные слова религиозного содержания, образовав красивые кристаллы. Это означает, что концепция нашей природы совпадает с каждой религией. Христианская молитва. Буддийская молитва. Мусульманская молитва. Доктор Эмото предполагает, что больше всего тяжких преступлений совершается в тех областях, где люди чаще всего сквернословят. Дурак. Я тебя ненавижу. На лабораторные чашки с водой были нанесены иероглифы, обозначающие слова и имена известных людей. Любовь. Надежда. Душа. Мать Тереза. Гитлер. Многочисленные эксперименты Эмото Масару с целью найти слово, сильнее всего очищающее воду, показали, что оно не одно, а сочетание двух. Любовь и благодарность.